Всем доброе утро. Мы с вами, как всегда, на пляже, на Лазурном. И сегодня у нас неплохие волны, с утреца пораньше. Смотрите, какие. О. Я, честно говоря, собирался идти на Пирчал сначала. И вот задумался. Призадумался. А может, пока стоит поснимать здесь эффект моря. Какие волны, красавчики. Небо обалденное вообще. Все снимают, все смотрят тут. Ну, я тоже снимаю, что мне еще делать-то. Работа не такая. Ну вот, как только я подошел, в принципе, волны сразу и пропали. Людей на пляже не так много. Но волны красивые. Как назло, маленькие, блин. Жопа, небо обалденное. Мы непременно с вами покупаемся, конечно же. Все снимают, все с телефона. Никто не купается, все с телефонами. Вот, там классные волны тоже. Короче, там, где меня нет, там волны классные. Сейчас сходим с вами на причал, посмотрим температуру воздуха. Ну, а потом непременно вернемся купаться. Погодка отличная, но слегка так свежо. С утра идет все-таки ветерок. И это чувство, о, блин, отошел, называется, а? Отошел, и начались волны. Итак, с утреца у нас, ребятки, ветерок. То есть, наверное, я бы знал бы, взял бы с собой кофточку на всякий случай какой-нибудь. Вот, вот так ребята стоят. Они-то уже мудреные опытом, каждое утро здесь стоят. Кроме того, вчера вечером, вот, я выставлял вам фото, тоже было прохладненько. То есть на всякий случай возьмите с собой какие-нибудь там кофточки, вот такие вот тепленькие такие, чтобы не замерзнуть с утреца и с вечера. Ну и все, и приезжайте. Днем будет тепло, жарко, но мы с вами в дневном обзоре непременно посмотрим, какая температура будет. Как видите, набережную намывает полиция, причем не знаю, может, они тоже намывают, может, нет. Но набережная вот тут вся центральная набережная чистенькая, красивенькая. О, прям вот с керхером и идут с утреца пораньше. Ну, это, наверное, вам не очень интересно, да? Платаны уже такие, знаете, подустали малость, пожелтели листва. Кто-то еще играет вон с утра в бильярд. Раздаются крики, во-во-во-во. Давайте я пойду по набережной, наверное. Так, сейчас только до нее дойду. Вот такой опрыскиватель кто-то оставил. Вот так вот всю набережную с утреца, представляете? Фронт работ. Ладно, идемте, идемте. Прогуляемся. Ага, стоять, бояться. Вот они вам, цены. Все равно спрашивать будете, знаю. Никто не смотрит. Все хотят так вот прийти, и чтобы им сразу сказали ответ на их вопрос. Ну вот, опять, кажется, начинаются волны. Еще только подойду, они кончатся. Ну, она так не играет. На том месте, где я только что был, волны есть. Ушел, волн нет. Точнее,
пришел сюда, волн нет. Все, давайте, включусь, наверное, на центральном пирсе. Ну и покажу вам ситуацию, погоду. Какая погода, какая природа. Самый задаваемый вопрос. Подносят. Самый задаваемый вопрос, какая погода, какая природа, какая температура воды и воздуха. Ну, вода, поверьте мне, она быстро не поменяется. Она как была 26, 27, 28, так она и будет. Еще достаточно долго. И в сентябре в том числе. Так, все, идемте на причал, там интересно будет. Посмотрим. Обсудим. Итак, друзья, вот он и причал. И как всегда, как только отошел подальше, начинаются хорошие красивые волны. Большие волны, больших волн бывает там 2-3 штуки, потом опять они идут на спад, аккумулируются и начинается все заново. Вот так и сейчас, видите. Только-только были хорошие красивые волны, а теперь маленькие. Но вас интересует наверняка погода. Сегодня с утра пораньше. Московское время 7 часов 20 минут. Температура воздуха, товарищи, 24 градуса тепла. Ну, ветерок придает свою определенную свежесть, но это, видите, никого не пугает. Опять же повторюсь, что ветерок, это вот когда я стою на причале, вот сейчас хорошая волна, сейчас будет хорошая. Когда я стою на причале, тут ветерок есть. А пониже, когда внизу около моря, все нормально. Никаких проблем. Люди он купаются, на эти перегонки забегают в море. Ну а солнышку, как всегда, мешают облака. Такие вот они. Я думаю, как и вчера, так и сегодня, ветерок разгонит все облака, и солнце выйдет нас порадовать. Проверено. На личном опыте. Купаться можно, вон видите, купаются все. Все, кто хочет, но бывает вот. Главное войти, короче, подобрать момент для входа в воду, вот. И все, а зашли, там уже все как нормально, все классно будет. Потом как-то встречи. Рыбачки вот на причале ловят рыбу. А кто-то и пошел в море, хотя нет, беркут стоит на месте. Беркут на месте, ничего, никого никуда не повез сегодня на рыбалку. Видимо, не набралась командочка. Сюда вышли в море, а вот отдыхает. Вот адмирал Лазарев, маленькая такая суденышка, вот тоже занимается рыбным промыслом, так сказать. Вот она наверняка пошла на рыбалку. В районе Маринского шоссе, ой, Маринского, Сочинского шоссе, там, какого Сочинского, господи, в конце улицы Победы, там, где Янтарь, вот там солнышко светит сейчас. А у нас, к сожалению, пока пасмурно. Нифига себе. Вот это стратегический запас пива. Три ящика пива повезли, вероятнее всего, на суда. А, правильно, там же на Беркете было, каждому рыбаку по бутылке пива. Вот, повезли. Подтверждаем, не обманывают, пиво есть. Ну что, друзья, на этом сухопутную часть мы с вами заканчиваем. Я попытаюсь пойти поймать красивые волны. Ну и немножечко поплавать. На берегу просто действительно свежо. Хочется воду, водичка будет гораздо теплее. Ну что, идемте купаться, идемте на пляж.